машины на автопилоте. Мы уже немного привыкли к тому, что самолеты могут летать на дистанционном управлении. А вот автомобили, передвигающиеся по земле без водителя, пока еще в диковинку. Тем не менее, как считают специалисты, они совсем скоро войдут в нашу жизнь. Во всяком случае, беспилотники активно создаются и даже участвуют в конкурсах. На Всероссийском фестивале беспилотных транспортных средств «Робокросс» приняла участие сборная команда Ульяновского государственного технического университета «Роболайф». 5 студентов машиностроительного факультета и факультета информационных систем и технологий представили в Нижнем Новгороде грузовик «Газель Next», переоборудованный в беспилотный. Автомобиль нами был получен по итогам всероссийских соревнований «Робофест» 2018. Мы выиграли в номинации «Автонет 18+», в рамках которого участвовало более 20 команд. Команда Ульяновского технического университета заняла первое место. За это группа компании «ГАЗ» нам был подарен автомобиль «Газель Next» с тем условием, что с этим автомобилем летом мы примем участие в соревнованиях. Возложенное доверие команда сумела оправдать. Студенты переделали механическую, электронную и программную части автомобиля так, чтобы он мог передвигаться без водителя. Итогом разработок стало второе место, занятое на Всероссийском фестивале в Нижнем Новгороде. В «Газель» мы получили полностью без всяких инструментов для переоборудования ее в беспилотный автомобиль. То бишь была механическая коробка передач, сцепление, тормоз. Единственное из плюсов было электронная передача педаль газа, с которой мы без проблем смогли подружиться и управлять уже ей с помощью контроллера. Меньше чем за 2 месяца команде удалось переоборудовать полученный автомобиль. Для сравнения, большинство участников соревнований готовились к ним не меньше года. Представители группы компании «ГАЗ» отметили техническое решение ульяновцев как одно из лучших. Это говорит о высоком уровне профессионализма команды технического университета и слаженности ее действий. К слову, почти все создатели беспилотника только закончили первый курс. Вообще, я довольно давно занимаюсь программированием. Это началось еще в средней школе, когда я просто пошел на кружок робототехники. И вот там меня это очень сильно увлекло, и я продолжил этим заниматься, и даже сейчас этим продолжаю заниматься. Но за счет этого я как раз получил большое количество опыта, и как раз он позволил мне эффективно реализовывать данные алгоритмы. Пока автомобиль не является полностью беспилотным. Он контролируется с помощью пульта дистанционного управления. Ребята говорят, что им просто не хватило времени. Но в дальнейшем они модернизируют «Газель», и она сможет передвигаться полностью автономно. Усовершенствованная машина обязательно примет участие в конкурсах, в которых студенты хотят занимать только первое место. Егор Титов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.